Не так давно интернет стал неотъемлемой частью жизни людей. Именно благодаря всемирной сети сегодня можно не только быть в курсе всех событий, но и развивать бизнес, не отходя от компьютера. Исследователи пришли к выводу, что чем интенсивнее предприятие использует интернет-технологии, веб-сайты, онлайн-рекламу, виртуальную продажу, тем большую прибыль имеют предприниматели, а следовательно и экономика страны. На Украине достаточно хорошая инфраструктура и достаточно хорошее проникновение интернета. Более 90% пользователей сегодня уже пользуются высокоскоростным интернетом. У многих компаний есть сайт, есть, безусловно, куда развиваться и куда расти. Впрочем, развиваться есть куда, уверены исследователи. В настоящее время самым популярным сервисом остается собственный веб-сайт предприятия. Но специалисты рекомендуют активнее привлекать к работе другие высокие технологии. Электронный документооборот, облачные базы данных, отдаленный доступ к рабочему месту. Сервіси, які отримали найбільшу популярність в Україні, це перш за все веб-сайт і розміщення інформації в інтернет-довідниках. Це ті сервіси, які з'явилися давно і які вже стали таким обов'язковими для українських підприємств, як візитна картка підприємства. Вице-премьер отметил, что в Украине теперь сформированы мощные IT-центры, в которых создано большое количество рабочих мест с высоким уровнем заработной платы. Украина – один из наибольших в мире поставщиков продукции, связанной с IT-индустрией. Кроме того, наше государство выделяется высоким уровнем компьютерного образования. IT – это отрасль, в которой Украина может конкурировать с ведущими странами мира. Для Украины одной из ключевых задач является максимальное использование инновационных технологий. Мы много об этом говорим. Но то, что связано с IT, то, что связано с интернетом, является одним из ключевых. Недаром правительство этому уделяет достаточно большое внимание. Первое. IT-отрасль – это одна из отраслей, в которой введены налоговые льготы. Сегодня IT-отрасль работает в налоговых льготах. IT-мир знает и уважает украинцев. Разработки отечественных специалистов используют ведущие компании планеты. Поэтому подготовка высококвалифицированных специалистов отрасли остается важным заданием государства. Елена Корнухова, программа «Наше время».